Призываю всех, у кого здесь похоронены родственники, приехать и поправить могилы. Посмотрите, какие глубокие ямы. То, что шымкенцы увидели на могилах родных, повергло их в ужас. Огромные дыры зияют на мусульманском кладбище в микрорайоне Кайтпас-1. Одна из ям оказалась настолько глубокой, что стал виден склеп. Провалы в земле снял очевидец и выложил видео в сеть. Шымкенцы начали строить догадки, как именно они могли появиться. Что-то мне кажется, что это не из-за дождя. Опять какие-то секты образовались. Вы посмотрите, как ровно на всех могилах. Посередине дыра глубокая. Заметьте, на всех могилах сколько лет лежали, шли дожди и ничего. Конечно, зрелище не из приятных, но тут и ребенку понятно. Во-первых, дожди. А во-вторых, может быть подземный обвал. Где-то в глубине есть вода. Искать преступников или ссылаться на потустороннее вмешательство в этом случае бессмысленно, уверяет руководство кладбища. Глубокие ямы на могилах – последствия затяжных проливных дождей. Земля просела, потоки воды размыли захоронения. По словам сотрудников погоста, территория кладбища огорожена высоким забором, дежурят охранники. С восстановлением осевших могил обещают помочь в районном акимате. В год на содержание кладбища выделяют 20 миллионов тенге. Обслуживающая компания подрезает ветки, убирает мусор, следит за тем, чтобы не разрастались трава и сорняки. Мы сейчас нашли спонсоров, за их счет могилы закопаем, но пока мешает непогода. Чиновники призывают шымкенцев, чьи родственники похоронены на этом кладбище, помочь зарыть глубокие ямы. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».